В эти дни в Петрозаводске проходят встречи предпринимателей Санкт-Петербурга, Новгорода и Пскова с представителями правительства Карелии на бизнес-миссии «Деловая Россия». Наш регион представляет исполняющий обязанности главы республики Александр Чепик. Делегацию гостей возглавил координатор «Деловой России» по северо-западу Дмитрий Панов. Мы приехали сюда не случайно, мы абсолютно точно понимали, какие отрасли для предпринимателей из Санкт-Петербурга будут интересны. В первую очередь, конечно, с нами приехало достаточно большое количество предприятий общественного питания. И это в первую очередь системообразующие компании из Санкт-Петербурга с оборотом больше 2 миллиардов рублей. Одновременно с этим с нами присутствуют компании, которые владеют на сегодняшний день крупными сетями отелей, которые крайне заинтересованы в выстраивании диалога с Карелией на предмет создания туристической инфраструктуры. Кроме того, Дмитрий Панов отметил, что представители Китая и Индии готовы войти в предпринимательский союз с карельским бизнесом, в том числе, например, по созданию гостиниц и санаториев. Это проекты, которые могут быть созданы совместно предпринимателями из Карелии, Санкт-Петербурга и дружественных стран. О потенциале региона на миссии рассказал министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев. Он отметил беспрецедентную поддержку, которую получает наш бизнес с начала пандемии и по настоящее время. Пленарное заседание завершилось подписанием соглашения о сотрудничестве между Карельским отделением «Деловой России» и Министерством экономразвития Карелии.